6 утра, приехал я на пляж, позавтракал. Уровень радиации на пляже 5 сотых единиц, если меньше, чем 20 сотых. О, среднее за последние 10 минут 12. Если меньше 20, то нормально. И бабульки уже плавают. В 6 утра на минуточку. Сейчас пойду присоединюсь к бабулькам. Вот дедулька к ним присоединился. Еще одна. Вон там две стоят. Короче, наверное, вода теплая, раз только бабулек. 6 утра уже. Сегодня должен быть жаркий день. Ну как, 27 Цельсия. Для Чернигова это очень неплохо, кстати. Вот. И все кафешки открываются где-то в 10, в 11. Так что у меня 4 часа на то, чтобы покупаться. Вот. Уже перекусил. И в 10 утра я заезжаю в квартиру свою. А вот этот вот гостиничный комплекс забронирован на выходные. Там не было возможности остаться. И светает.